Игра товарищеская, не знаю, как будут играть футболисты, но мы, Георгий Черданцев и Константин Генич, работать намерены посерьезно. Итак, товарищеские матчи тоже бывают интересными, да и неожиданные результаты в них часто случаются. Хочется верить, что мы с вами увидим сегодня яркий, хороший футбол. Да, и надеяться на то, что команды покажут интересную игру. Да и игроков, которые редко появляются на поле, очень хочется увидеть день. Состав хозяев. Построение 4-3-3, очень гибкая схема, но в любом случае нужны очень сильные крайние футболисты. И смотрим на состав ЦСКА. Тренер решил использовать классическую схему 4-4-2, но самое главное, посмотрим, как здесь будут действовать полузащитники, ближе к атаке или все-таки ближе к обороне. Команды начинают эту игру. Поехали. Алан Загоев. Классный отбор, можно играть. Попытка обострить игру. Без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч. Алан Загоев. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Если вариантов нет, отдай мяч обратно. Пижонский пас, но точный. Виктор Васин. Перехват в центральной зоне. Друзья, мы что, будем смотреть передачи назад? Здорово! И как пробил! Алан Загоев. Мяч перешел к другой команде. Ушел мяч за боковую, ЦСКА в нас. Алексей Березуцкий.
потеря. Георгий Щенин. И как опасно пробил. Знаете, есть такая опция — тренировка удар. Понтус Берн. Алан Дзагоев. Георгий Щенин. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Какой-то, знаете, между собой. Мяч вышел за пределы поля, и ЦСКА будет вбрасывать. Марио Фернандес. Брак в передачах. Теряет мяч на ровном месте. Из-за боковой будет мяч введен в игру. Плохая передача. Еще бы ее не перехватили. Борьба за мяч. Решил пробить. Это мимо. Марио Фернандес. ЦСКА в этом тайме не забивал. Понтус Берну. Очень расчетливый пас получился. Прямо вау. Только промолчал, значит, можно продолжать игру. Георгий Щенин. Замену сейчас тренер хозяев проведет. Да, игрок готов уже выйти на поле. Игрок получил травму, арбитр останавливает этот матч. Игроку оказывают помощь. Судья ведет мяч в игру. Алан Дзагоев. Георгий Щенин. Василий Березуцкий. Первый тайм завершен. На табло нули. Выходит на перерыв команды, и надо бы какие-то итоги первого тайма подвести. Но мне, честно говоря, никак не идет из головы вот эта неприятная травма. Да, травма действительно неприятная и совершенно ненужная. И теперь тренеру придется делать замену, и посмотрим, как после этого перестроится команда.
тренер армейцев проводит замену. Игроки отдохнули в перерыве и готовы снова ринуться в бой. Второй тайм начался. Марио Фернандес. И вот потери в центре поля. Очередной точный пас в его исполнении. Отличный удар. И голкипер вступает в игру. Можно выдыхать. И все-таки вратарю удается сохранить свои ворота сухими. 0-0. Понтус Берн. Наставник домашней команды готовит замену. Ждет свистка арбитра игрок. Стоит на кромке поля. Слушайте, ну это просто Барселона Гвардиолы в лучшие времена. Неточная передача. Вратарь без труда забирает мяч. Виктор Васин. Алан Загоев. Понтус Берн. Виктор Васин. Алан Загоев. Василий Березуцкий. Отличная игра в пас. Все точно и по делу. Георгий Щенин. Посмотри по сторонам. Есть кому отдать пас. Понтус Берн. Партнера. Следим дальше за этой атакой. Понтус Берн. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Похоже, готовится замен. Счет сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Понтус Берн. Георгий Щенник. Бибрас Надхо. Понтус Берн. Все в рамках правил, можно играть. ЦСКА будет сбрасывать из-за боковых. Понтус Берн. Потеря.
хватает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Спас он свою команду от больших неприятностей сейчас. Свежий игрок выходит на поле у ЦСКА. Георгий Милан. Соперники сохраняют баланс на табло, но у них есть еще немного времени, чтобы его поколебать. Прекрасный пас! Точно вам! Милан. Понтус Берн. Посмотрим, кто из них сильнее физически и тактически. Минут команды провели на поле, создавали моменты, но в итоге так и не выявили победителя, у нас ничья.